Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами будет серьезный такой разговор. Скажите, пожалуйста, что такое грех? Как вы можете грех описать? Что это такое? Вам это слово, понятие знакомо? А что это? Это что-то хорошее, что-то плохое? Это плохое. Плохое. Говорить плохие слова – это грех? Да. Грех. А какие мы еще знаем грехи? Обманывать – грех? Так. Еще кто-то знает, какие бывают грехи? Обзываться. Да, согласна. Драться. Драться, правильно, грех. А брать чужое – грех? А брать чужое на время – грех? Без разрешения. Вот вы пришли к кому-то в гости, вам что-то понравилось, вы думаете, вот я сейчас возьму, поиграю, на следующей неделе отдам. Это грех? Согласна. Ребят, а если бы вас попросили дать цвет греху, вы бы каким цветом его нарисовали, например? Черным. Черным цветом. Вот я бы тоже его, наверное, черным цветом нарисовала. А почему вот мы представляем грех черным? Вот у нас грех, да? То, что он грязный такой, да, вот грех. Хорошо. А кто придумал грех? Откуда грех появился? От злого духа. От, как его звали, помнишь? Люцифер? Да, Люцифер, или сейчас мы называем его сатана. Помните, какой был первый грех? Зависть, да? Вот у него есть, а у меня нет. Да, и сатана позавидовал Богу и Иисусу. А вот есть Бог, как бы мы его описали? Вот он какой, хороший, плохой, добрый, злой? Хороший. Бог хороший. Он нам кто? Как отец. Отец, да, еще кто нам Бог? Друг. Да, вот мне тоже Бог друг. А если бы нас попросили нарисовать Бога, мы бы какой цвет использовали? Белый, желтый. Угу, согласна, давайте попробуем. Вот примерно такого цвета, да, мы бы нарисовали Бога. Угу. Хорошо, а вот Бог сотворил нас с вами, Бог сотворил Адама и Еву. Он какими их сотворил? Был в них грех? Они были грязные или чистые? Какие? Чистые. Так. Они были добрые, злые? Добрые. То есть Бог сотворил человека чистым, добрым, да? Примерно вот таким? Вот, да, мы с вами. Угу. И вот Бог хочет, чтобы мы с вами были вот такими. А когда мы говорим какие-то грубые слова или обманываем, что с нами происходит? Мы загрязняемся. Да, в нас попадает грех, да? И мы становимся какими? Мы становимся грязными, да, согласна. А если мы, например, нагрубили маме, а потом попросили прощения, и она нас простила, а потом мы делаем только хорошие поступки, грех исчезает из нашего сердечка? Наше сердечко очищается? Да. Давайте попробуем. Вот мама, которую мы обидели, да, и вот мы попросили прощения, мама нас простила. Мы стали чистыми. Стали? Нет. Мы не стали чистыми. А как думаете, почему? Может мама очистить наше сердце? Так а может Бог? Все согласны с этим? Да. Я тоже так считаю, что только Бог может взять и очистить наше сердце. Только к Богу мы можем прийти, попросить прощения, и Он нас очистит. Хорошо, Бог нас очистил, но в нашей жизни и в этом мире есть грех и сатана, правда? И грех хочет, чтобы все вокруг было грязным, правда, ребят?
К сожалению, так. Грех может испачкать Бога? Нет. Может грех испачкать Бога? Нет. Вот мне тоже кажется, что грех вряд ли сможет испачкать Бога. А что же тогда делать с грехом, раз он все равно остается? Кто-то может нас от греха спасти? Только Бог. Конечно, Бог хочет всех нас спасти от греха. И Он грех обязательно победит. Ребята, такое чудо, то, что Бог может спасти нас всех от наших грехов. Обязательно Он придет, и мы все будем жить в очень добром мире, где не будет греха, где не будет злых слов, обмана и воровства. Давайте сейчас поблагодарим Бога за то, что Он наш друг, наш Спаситель, и за то, что мы можем к Нему обращаться, и Он всегда нас простит и очистит. Хорошо? Давайте встанем и помолимся. Кто помолится? Дорогой Иисус, благослови, чтобы мы всегда не грешили. И спасибо Тебе за эту чудесную историю. И благослови, чтобы кто сейчас не... Кого сейчас нету в церкви, тот поправился. И благослови, чтобы мы больше никогда не грешили. Во имя Иисуса Христа, прими нашу молитву. Аминь. Спасибо, ребята. Присаживайтесь на свои места.